Меня зовут Виктория. Я приехала в центр Шампола на программу «Детокс». Почему я приехала на программу «Детокс»? Потому что у меня мама была на этой программе только на 21 день, потом через 2 года была на программе 14 дней в этом году весной. Чувствует она себя очень хорошо, ей очень понравилось. Программа очень интересная на 7 дней, но хотелось бы уже, наверное, и 14. Но мне больше всего понравился больше массаж головы. Это вот как-то так, не то, что ты даже засыпаешь, а просто вот куда-то уносишься вдаль. Вот такие ощущения расслабленности. То есть, когда человек постоянно находится в движении, находится в бизнесе, это постоянно работает голова, а тут ты просто отключаешься и уходишь. Ну, здорово. Так как я страдаю аллергией, процедура Насья, она не сильно приятна, это чистка носа, но она такая эффективная, что после 2 дней я стала задышала. Хотя при аллергии, при амброзии я вообще, ну как бы в этот период есть проблемы. Очень понравилась процедура прогревания позвоночника маслом. Все такие процедуры, все такие необычные. Я первый раз прохожу такое, как бы, лечение. Ну, в принципе, мне ничего такого, чтобы могло не понравиться, не было. То есть все процедуры, каждая по-своему хороша. И массаж ступней, и массаж головы, и когда масло льется на голову, то есть такое раз и улетаешь куда-то. Очень интересно необычное питание, вегетарианское. Состоит из сладких, кислых, острых, нейтральных. То есть кухня подбирается таким образом, что каждый человек может найти в своем блюде какую-то изюминку. А, и самое интересное, что когда на обед ты кушаешь, сначала мы едим сладкое, что для нас необычно. Это запеченная груша, запеченное яблоко с корицей и сахаром. А потом еда идет. Очень вкусные на ужин супы разные. Овощные, перетертые или такие безумно вкусные. Даже та пшеничная каша, которая дома, ты можешь немножко ее съесть. Тут ты ешь целую тарелку и не замечаешь, что ты ее уже в таком объеме съел. Мастера здесь великолепные, массажисты, терапевты. Ребята нам проводили йогу, и дыхательную йогу, и такую йогу. То есть учили нас правильным упражнениям в зависимости от того, кто приехал, с какими проблемами. То есть если у человека проблема с коленями или со спиной, то есть они индивидуально для каждого человека подбирали определенный комплекс упражнений. То есть не было такого, что всем дали одно упражнение, они все делают. То есть моментально обращали группы небольшие и обращали внимание на каждого отдельного человека. Хотела бы пожелать руководителям клиники, собственнику клиники, чтобы это дело процветало, процветало в других городах, развивалось в Киеве в будущем с большим центром. И, может быть, у нас тоже в Херсоне появится, пусть маленький, но тоже центрик.